Как вы вели себя с одноклассниками в свои школьные годы? Они вообще знают, кем вы являетесь сейчас, и знают ли вообще такое название «гражданская оборона»? Один из них знает, мой приятель и сосед по парте Сергей. А в то время с одноклассниками не имел никаких отношений вообще, о чем сейчас жалею. В то время был очень завернут на себе самом. Это был такой период собственного становления. Я ходил по улицам и целый день что-то сочинял, о чем-то мечтал, такой лихорадочный и праздничный полет фантазии, предвкушение того, что будет впереди. По сторонам не смотрел. Какой предмет был самым любимым у вас в школе? Физкультура, потому что от нее был освобожден и не ходил.